Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас прямой эфир из санатория Дугино Смоленской области. Это новый санаторий, реабилитационный центр. И мы в гостях у Лианы Тиграновны. Григорян – это главный врач санатория. Вот такой первый вопрос. Лиана Тиграновна, а как можно вообще попасть в ваш замечательный санаторий? И какие заболевания здесь можно подлечить? Добрый день, уважаемые друзья. Очень хороший вопрос. Многие его задают, как к нам попасть, потому что мы совсем молодые, открылись в ноябре 2021 года, но уже достаточно известны. Наш санаторий работает по четырем основным направлениям. Первое направление – это реабилитация после COVID. Второе направление – это реабилитация пациентов с заболеваниями органов дыхания. Третье направление – это реабилитация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и опорно-двигательного аппарата реабилитация. Это четыре базовые программы. Мы работаем как по системе ОМС, то есть к нам можно попасть по ОМС, это москвичи, те, кто прописаны в городе Москва, и жители Смоленской области. То есть при наличии показаний, заболеваний, может прийти к лечащему врачу, взять направление соответствующей формы. Вся информация по госпитализации к нам по ОМС указана на нашем сайте dugino.ru. Также к нам можно приехать и по платным путевкам, как на программы реабилитации и лечения, так и просто отдохнуть. Большое спасибо. И вот очень красивое место, прекрасная природа. Тут когда-то была старинная усадьба Паниных, одна из лучших в России вообще. А условия проживания для пациентов прекрасные. А можете подробнее рассказать нашим слушателям, вот какие варианты размещения у вас есть в санатории? У нас санаторий многопрофильный, да, у нас есть реабилитационный центр. В реабилитационном центре для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и реабилитации после травм. Там у нас комфортные номера, двухместные, у нас нет номеров больше двухместных. Вот, все номера оборудованы современными необходимыми комфортными условиями. Вот, есть лечебный корпус. В лечебном корпусе у нас представлены номера разной категории, от номера комфорт, полулюкс студии и номера люкс, двухкомнатные номера, комфортабельные, с красивым ремонтом, со своей отдельной кухней. А также у нас есть еще таунхаусы, это двухэтажные жилые помещения, тоже с красивым ремонтом. На первом этаже имеется зона отдыха с камином и приготовление пищи. На втором этаже две спальни на 4 койко-места. Отлично. В санатории у вас очень хороший повар, и подается диетическое, сбалансированное питание. И что интересно, очень много блюд мясных из оленины и лося. Даже есть магазинчик, в котором можно купить домой это экзотическое мясо. А вот у вас что, охотничье, где вы берете это мясо? У вас свое охотничье хозяйство? Ну, так как я по одному из своей специальности врач-диетолог, то к процессу питания я отношусь вполне серьезно. И как бы пища – это строительный материал. Да? И мы знаем, что мы состоим из того, что мы едим. Если мы хотим, чтобы быть здоровыми, молодыми, дольше сохранять свое качество жизни, то мы и к еде должны относиться соответственно, то есть питаться максимально натуральными продуктами. На сегодняшний день не секрет, что большинство продуктов, которые есть в общедоступны, они мало подходят под категорию натуральности, так как бы это и гормональное мясо, и искусственные там фрукты и овощи, которые в магазинах в общем доступе. Поэтому, когда мы формировали меню санатория, естественно, в приоритете было сделать такое меню, которое не только поможет, ну, как бы вкусно насытиться, но также будет избалансировано по белкам, жирам, углеводам, по витаминам, минералам, микроэлементам, и оно будет полезно.
Здесь в нашем холдинге имеется охотхозяйство недалеко от нас, где выращивается оленина. Ну, то есть мы получаем оттуда натуральное свежее мясо. Это оленина, это лось, это кабан. Вот, и у нас, помимо мяса, у нас здесь недалеко городнянские сады, откуда мы получаем самые натуральные яблоки, да, которые и богаты именно витаминами, микроэлементами. Вот если вы в магазине купите яблоко, откусите его, вот оно у вас стоит, да, и вы можете понаблюдать. То есть как бы искусственное яблоко, оно не меняется в цвете, а натуральное яблоко, оно сразу становится коричневым, потому что железо дает реакцию с кислородом, и как бы в нем содержание достаточно витаминов и микроэлементов. Поэтому мы получаем, да, и хлеб, это свежевыпеченный, из пекарни, без химических добавок, соки натуральные, также из этих же яблочек городнянских садов. Выпечка у нас вся своя, и поэтому мы стараемся к еде относиться достаточно серьезно. Кроме того, что у нас есть меню базовое, по которому, да, гости наши питаются, также у нас есть ресторан русской кухни, где можно попробовать медведя, вот, и ну, другие блюда различные русской кухни и из дичи, из натуральной дичи. Спасибо. А расскажите, пожалуйста, о врачах, которые у вас работают. Вот персонал вообще потрясающий, все высокопрофессиональные, никаких нареканий вот лично у меня нет, хотя я очень много ездила, была где, видела, знаю. Очень хорошие врачи. Где вы их взяли? Откуда вы их сюда пригласили? Ну, для меня, как для доктора с 20-летним стажем, важно, конечно, очень важна квалификация, компетенция наших врачей, потому что, ну, кадры решают все, да, если есть хороший доктор, мы знаем, что мы, как правило, ищем не клинику, а ищем доктора хорошего. Да, клиника может быть не очень такая, как говорится, богатая, но если там очень хороший доктор, то мы обычно к нему пойдем. Поэтому здесь я хочу сказать, что отметить, что наш центр реабилитационный, он необычный, не просто санаторий. У нас также есть медицинский центр, в котором имеется компьютерный томограф на 160 срезов. Это один из самых современнейших томографов. Более того, наши исследования читаются, расшифровываются ведущими специалистами Сеченовского университета. То есть дистанционно у нас есть возможность совместив отдых, получить качественную диагностику. Также у нас есть своя лаборатория. Мы ставим холтер мониторирования, да, делаем кардиограмму. И наши специалисты – это врач-кардиолог, врач-терапевт, врач-нефролог, врач-невролог, опытный иглорефлексотерапевт, врачи-реабилитологи, врачи спортивной медицины и ЛФК. У нас есть врач-стоматолог, очень хороший гинеколог, врач-эндокринолог. Поэтому мы стараемся, конечно, сделать максимально качественные программы и по лечению, и по реабилитации, но также в будущем планируем запускать небольшие программы чекап, зная, что сейчас границы, да, не все могут быть выездными, многие не могут уезжать для того, чтобы пройти чекап, обследоваться, а совместить прекрасно отдых с обследованием, в котором и компьютерная томография, и анализы, и сердце, и для женщин гинеколог, и стоматолог у нас есть, да, это прекрасная возможность. Да, это здорово. И сейчас все больше и больше популярности набирают такие курорты, которые предлагают своим гостям программы диагностики, чекапы так называемые. А вот такой вопрос, скажите, пожалуйста, какие виды физической активности вы предлагаете своим гостям? Ну, физическая активность – это один из основных компонентов реабилитации, потому что без движения жизни невозможно. И поэтому мы постарались, во-первых, в архитектуре, кто к нам приезжает, некоторые сначала не очень комфортно, они могут
пожаловаться, что далеко ходить из одного корпуса в другой. Но это сделано специально, потому что люди должны двигаться, и мы знаем, что если бы у нас машины могли на лифте подниматься на там 10-й этаж, то люди бы парковались бы прямо у себя на площадке. Да? К сожалению, в век вот этих вот возможностей, сегодня в каждом доме есть магазин, люди стали мало двигаться. А из-за этого много заболеваний, начиная избыточный вес, давление, атеросклероз, онкологии. Вот, поэтому у нас в наших программах достаточно много активностей. Во-первых, это архитектура, да, как бы построение зданий, там, процедур, на которые нужно ходить. Во-вторых, скандинавская ходьба. То есть у нас каждый день инструктор по расписанию обучает правилам скандинавской ходьбы, у нас занятия скандинавской ходьбы. Также у нас лечебная физкультура, которая проходит как в залах с фитнес-инструктором, также в зале кинезиотерапии на тренажерах индивидуальных. Также у нас проходит акваэробика, занятия йогой, пилатес, аквадискотеки, просто вечерние дискотеки. То есть достаточно активные программы с большой двигательной активностью. Очень здорово. Мы даже на себе тут испытали часть этих активностей. Очень понравилось. И особенно вот скандинавская ходьба на свежем воздухе, на морозе, очень бодрит. У вас приятно отметить, что весь персонал санатория, не только врачи, но и весь обслуживающий персонал клиента ориентирован. Вы проводите какое-то специальное обучение для своего персонала. Вот в чем секрет этого? Потому что проблема сервиса в России – это одна из основных проблем. В вашем санатории, можно сказать, нет такой проблемы? Ну, вы знаете, я хочу две вещи отметить, почему это так. Ну, первое, я сама человек, который любит работать в комфортных условиях, то есть для меня важна атмосфера, да, как бы атмосфера должна быть такая, чтобы хотелось идти на работу, бежать, там, да, как бы любить свою работу. Поэтому при отборе собеседования я каждого провожу лично, то есть каждого сотрудника собеседую. У меня есть свои критерии, по которым я отбираю персонал. И одним из важных критериев является милосердие, умение сострадать. Для медицины это очень важно. Учитывая то, что мы находимся в сельской местности, глубинка Руси, она всегда славилась такими гостеприимными, добрыми, отзывчивыми людьми, которые, ну, можно сказать, не избалованы каким-то городской жизнью, да, такой вот. И они это делают вполне искренне, осознанно, делают это от души, от сердца, поэтому всем кажется, что мы проводим какие-то безумные тренинги, никаких тренингов мы не проводим, изначально просто отобран персонал, это первое. Второе, почему как бы так происходит, я хочу выразить слова благодарности нашим учредителям. Мы являемся благотворительным проектом председателя Государственной Думы Володина Вячеслава Викторовича, который создал этот прекрасный оазис в целях создания рабочих мест для людей, вот именно таких простых людей, которые живут в сельской местности, которые вынуждены были ездить работать в Москву вахтовым способом, были оторваны от своих семей, домов. Да, сейчас, ну, там 30% сотрудников наших, которые у нас работают, они когда-то ездили в Москву на работу, сейчас они работают здесь. Все это местные люди, местные жители, смоляне. Вот, и поэтому вот это их благодарность, да, проявление к работе, то есть любовь, они приходят на работу с любовью и с чувством благодарности, потому что для них здесь созданы такие условия, да, достойные условия для того, чтобы они могли и профессионально реализовываться, и быть со своей семьей, жить в своих домах, вот качество жизни у них улучшается и развиваться. Поэтому, конечно, вот в этом, наверное, основной секрет. В первом корпусе вашего санатория находится уникальный фитобар, в котором каждый день можно
попить волшебного натурального травяного чая и каждый раз с какими-то новыми добавками и очень полезные кислородные коктейли. Вот состав чаев мы промониторили и думали, в интернете где-то есть такие чаи. Мы нигде не нашли. То есть где вы закупаете эти чудесные чаи волшебные? Вы хотите узнать все секреты наши? Ну, я хочу сказать, что травы, мы основные травы, это сборы, которые мы собираем в летний период, да, это натуральные лесные, с полей, с лесов, сами выращиваем. Вот, часть заказываем, естественно, это как и аптечные травы, ромашка, календула, шалфей, ну, как какие-то травы, которые используются в медицине, как в традиционной медицине давно. Поэтому авторские чаи, которые заваривают наши бармены, в том числе также они варят и полезные неалкогольные глинтвейны на новогодние вечеринки, у нас бывает такое. Вот поэтому, вот, к сожалению, секретом поделиться не смогу, но действительно все травы у нас натуральные, и мы стараемся делать каждый раз разные, чтобы чаи, то есть чтобы было и полезно больше, и интересно. У нас есть чаи как для восстановления органов дыхания, потому что большинство переболели ковид и нуждаются, да, в дыхательных сборах. Также желудочно-кишечные сборы, для успокоения, для хорошего сна есть достаточно часто. Ну и для некоторых желающих есть и для коррекции веса. Есть как женские, так и мужские сборы. Очень всем рекомендую эти чаи. Большое спасибо, Лена Тигановна. Вот в конце нашей беседы хочу выразить вам огромную благодарность и от себя лично, и от всей нашей группы, которую мы привезли. И я думаю, от всех отдыхающих и лечащихся в вашем санатории за прекрасную организацию работы санатория. То есть чудесно. Честно говоря, для меня я ожидала, что, Лена Тиграновна, мы давно знакомы, что на высоком уровне тут все будет, но не думала, что настолько. То есть вы превзошли ожидания. Ну, я благодарю, но это заслуга не моя, ну, не только моя, отчасти где-то я, конечно, принимала во всем этом участие. В первую очередь это заслуга учредителей, потому что они очень много вкладывают сил, ресурсов и делают это все с любовью для людей, да, поэтому многие часто, ну, то есть многие не знают об этих добрых делах, которые делаются мне, поэтому хочется и осветить, и сказать слова благодарности. Ну и в то же время это большая команда, коллектив, люди, которые все создают, это и настроение, и уют, и еду, и делают они это с большой любовью, поэтому мы всегда рады нашим гостям. Приезжайте к нам, у нас сейчас строится еще новый развлекательный центр. Я хочу рассказать в двух словах о том, что у нас, какая инфраструктура. Помимо реабилитационного центра, санатория и дома отдыха, таунхаусов, у нас есть прекрасный ледовый дворец, где можно покататься на коньках, ресторан русской кухни, детский центр в стиле космического корабля «Космолет Дугино», где дети могут провести целый день с интересной программой. У нас есть телеграм-канал, на котором можно в формате онлайн, в ежедневном формате увидеть, какие у нас прекрасные проходят мастер-классы на нашей кухне, да, и творческие вечера. Также у нас строится сейчас лечебно-спортивно-культурный центр, где будет боулинг на 4 дорожки, бильярд русский, караоке, ресторан итальянской кухни, фитнес-центр самый современный, лазертаг, это возможность пострелять в игровой форме для детей и взрослых, и центр эстетической медицины, там, где будут программы коррекции веса, коррекции сохранения молодости, антиэйдж программы. Поэтому приглашаем, у нас летом прекрасное озеро, пляж, будем всем рады. Ну, в заключение хочу добавить от себя лично, что мне было очень приятно видеть здесь очень много, я разговаривала с разными пациентами, которые приехали,
и очень много пациентов по ОМС. То есть это не какие-то обеспеченные люди, которые могут себе позволить такое достойное лечение, отдых. Много было всяких бабушек из Сычевки, из Вязьмы, из Смоленска, и все они с удовольствием лечились, все были безумно счастливы. И это очень приятно, что такие заведения строятся не только для богатых людей, но и для всего российского народа. Спасибо огромное. Спасибо учредителям. Благодарю.